Всем привет! С вами Кононова Анна. Сегодня я вам представлю коллекцию «Морское путешествие». Вот, пришло, в принципе, очень много моделек, но большинство моделек как-то на мне вот не очень село, но я вам все равно покажу. Вот, за кадром сейчас меня снимает Кононов Антон, мой Всем привет! Муж. Всем привет из-за кадра, да? Вот, ну и первое платье на мне, это платье с коротким рукавом для женщины. Цвет темно-синий, размер 48, верх 100% вискоза, подкладка 100% полиэстер. Артикул 873-01. Платьишко легкое, хорошо в нем кожа дышит. Тут ремешочек, да, то есть вы можете затягиваться на шнурочек. Вот, сам подклад идет такой вот синий. Полностью оно не тянется, и в принципе оно легкое, приятное, мне в нем хорошо. Единственное, что я знаю, что если я в нем нагнусь, то будет все видно, поэтому я считаю, что мне его надо бы, может быть, на размер поменьше заказать, но я так понимаю, оно идет полуприлегающего силуэта, да, то есть вот когда вы затягиваете шнурочек на талии, то тут надо вот так вот распределить, чтобы как бы ровно и красиво смотрелось. Можно сделать, в принципе, и потуже. Сейчас на мне платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 198-122, цвет темно-синий, размер 48, состав 100% полиэстер. Ткань очень достойная, пошив достойный, но вы видите, оно мне великовато, но оно так, в принципе, такое и есть, потому что по попе оно в обтяжечку, и оно идет полуприлегающего силуэта. В принципе, платьишко симпатичное, но вот почему-то, вот обратите внимание на подол платья, оно вот так вот идет, да, вот оно не должно так идти. Вот, мне кажется, что, ну так, по идее, вообще, в принципе, платьишко довольно-таки ничего. Разрез сзади классный, карманчики очень удобные, расцветочка вот эти розы, я просто обожаю розы. И этот цвет мне идет, темно-синий цвет. И оно такое, знаете, теплое по сравнению с другими, оно такое теплое. Сейчас на мне трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 198-230, цвет темно-синий, размер 48, 95 полиэстер, 5 эластан. Это платье в моем вкусе, и цвет мне понравился, и также закрывает все, нагнусь, ничего видно не будет. То есть полностью удобное, полностью классное, я его себе 100% уже точно оставляю. По спине мешком не висит, оно легкое, отлично тянется, длина, ну, талия регулируется, длина тоже классная. Единственное, что я прям посмотрела, как оно мне идет, как оно мне нравится, и вдруг заметила, что на нем рыбки. Я почему-то, когда заказывала, я думала, тут будут какие-то простые пятнышки, но обратите внимание, оно все в рыбках. Я не ожидала, если честно. Сейчас на мне трикотажный кардиган с укороченным рукавом для женщины. Артикул 198-095, цвет белый, размер 48, состав 60 вискоза, 40 хлопок. Тоже я считаю, что очень достойный кардиганчик. Очень такой симпатичный, как раз длина рукава, я все время все кофты вот так вот делаю, мне как раз эта длина. Попу скрывает, то, что я тоже очень люблю, чтобы скрывала попу. Единственный недостаток, вот хотелось бы, может быть, сюда какую-то пуговку, и вот это вот надо будет отпарить тело, если это носить. Я его себе оставляю, освежает, классно. И вот вы знаете, что мне в нем больше всего понравилось? Он легкий, он такой мягкий. Он такой приятный, он в меру тянется, он, ну, вы знаете, мне кажется, даже с поясочком очень хорошо пойдет. И даже если я захочу, я, может быть, сама тут пуговку какую-нибудь сделаю. Сейчас на мне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет белый, размер 48, состав 100% хлопок. Артикул 198-149. Ну, что я могу сказать? Понравилось. Сочетание рыбы и цветов, очень интересный принт, конечно. Оригинальная, я ее оставляю. Рукава, вот как раз я люблю именно такую длину, когда я куда-то хожу. Ее можно и с пиджачком надеть, да, с каким-нибудь таким полуспорт пиджачок, и с юбочкой, и с джинсами можно одеть, и с кардиганом, и совсем-совсем прочим. Она очень удобная и не обтягивающая. У меня блузка с укороченным рукавом для женщины, цвет темно-синий,
размер 48, состав верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, артикул 198-194. Я довольна этой кофточкой, она такая прикольненькая, рукава чуть ниже. Я думаю, что в ней будет классно куда-то на отдых съездить. Я очень часто езжу на отдых и очень часто покупаю вот такие вот вещи где-то в магазине. Сейчас это появилось у нас, и вот такие вот плетеночки, я очень люблю в них гулять, в них не так сильно сгораешь и так далее. И вот я оставлю эту вещь для себя, чтобы вот взять с собой на отдых. Мне она понравилась вот в этом вот плане. Подклад тут тоже тянется хорошо. А вот это вот сверху тянется не очень, но оно идет, как вы видите, полуприлегающего силуэта, она свободная, можно носить как бы приталенные и так далее. Мне нравится такая вещь, я довольна. Сейчас на мне блузка с укороченным рукавом для женщины, артикул 198-212, цвет мультицвет, размер 48, состав 100% хлопок. В нем на самом деле очень комфортно, очень классно, оно очень интересное, и я его, скорее всего, возьму с собой в отдых в Турцию, оно мне понравилось, я не хочу его возвращать, я хочу в нем ходить. Оно, его можно носить вот так вот с открытыми плечами, да, то есть оба вот таким образом можно носить закрыто, да, и можно одно плечико просто вот так вот спускать. Мне понравилось, мне кажется, что оно подойдет и куда-то сходить, и в купальнике. Единственное, что не очень мне нравится, вот этот вот разрез, что низ длиннее, чем перед вот тут вот, но я думаю, что можно простить. Мне понравилась эта вещь, довольно таки интересная, очень таки прикольные рукава, вот, играющая такая блузочка, но единственное, что ее надо будет гладить перед выходом, это хлопок. Сейчас на мне блузка без рукавов для женщины, размер, ой, цвет белый, размер 48, состав 100% полиэстер, артикул 198-131, ну, как вы видите, она мне мала в бедрах. Сразу же мала. А тут идет классный бант, классный декор. Она мне очень понравилась. Скрытые пуговки. Но я ее так просто вот через верх одела. Даже, если честно, не расстегивала. Пуговки вот как бы вот так вот идут внутри. То есть спрятаны. Очень такой под, как бы, под полосочкой. Блузочка достойная, классная. Но, я так понимаю, мне надо было ее на размер побольше. У меня трикотажный джемпер с коротким рукавом, с отделкой кружевом для женщин. Артикул 198-113, цвет темно-синий, размер 48. Ткань первая, спинка и рукава, это 95%. Вискоза 5 эластан, тянется отлично. И ткань вторая, кружево, это 100% полиэстер. Вот этот вот полиэстер, да, то есть он сверху, и вот тут идет вискоза, сбоку разрез, я так понимаю, его можно носить со штанами совсем, и он будет хорошо смотреться. Мне понравилась данная вещь, очень-очень-очень. Простенько, со вкусом, прогуляться до магазина, еще куда-то. Сейчас на мне легкий трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 198-176, цвет темно-синий, размер 48, 95, полиэстер, 5 эластан. Я так понимаю, что это большемерка, потому что как бы он очень свободный, и мне кажется, он, не знаю, может быть и должен быть таким свободным. Обратите внимание, длина плеча докуда-то ходит, это как бы такая моделька. Вот. Но в принципе, как бы по плечам оно мне и по попе как раз. Сейчас на мне трикотажный джемпер с коротким рукавом, с отделкой кружевом для женщины. Артикул 198-140, цвет темно-синий, размер 48, состав. Ткань первая, спинка и рукава, это 95% вискоза, 5% эластан. Ткань вторая, это кружево, 100% полиэстер. Точно такое же предыдущее платьишко я мерила, но вот эта кофточка, она мне сильно в обтяжку и сильно обтягивает на спине, да, то есть получается не особо красиво, поэтому я думаю, что это не мое, но смотрится свежо, классно, великолепно и очень даже современно. Сейчас на мне трикотажный легкий джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 198-158, цвет темно-синий, размер 48, ткань первая,
спинка и рукава. Это 95% вискоза, очень хорошо тянется. 5% эластан. Ткань вторая, перед, это 100% полиэстер. Вот, оно идет без подкладок, гофрированное. Ну, я так понимаю, может быть, оно мне великовато, а может быть, это надо носить с поясом, я не знаю. Но вот как-то муж не одобрил. Ты что сказал? Да, муж не одобрил, вот. Вот, вот такая вот. Сейчас на мне трикотажное платье с коротким рукавом, с отделкой кружевом для женщин. Артикул 198-104, цвет темно-синий, размер 48, состав. Ткань первая, спина и рукава. Идут 95 вискоза, 5% эластан. И ткань вторая, это кружево, 100% полиэстер. Что могу про него сказать? Полиэстер тут, ну вот это вот кружево, оно реально классное. Мне понравилось. Тут идет разрезик. Оно очень хорошо тянется, прям великолепно тянется. И как бы я считаю, что скрывает немножко даже недостатки фигуры, потому что делит образ пополам. Я считаю, что это удачная моделька. И кому понравится, обязательно заказывайте. Это простенькое платьишко на лето для вечерних прогулок. Сейчас на мне платье с коротким рукавом для женщины. Цвет белый, размер 48, верх 100% полиэстер, подкладка 100% хлопок, артикул 198-221. Платье, честно скажу, оно в тяжести. Вот это вот пояс, он не тянется абсолютно. И как бы вот еще пару сантиметров, и оно было бы мне мало. Вот действительно, вот я свои мерки оставлю под видео. В целом, великолепное платье, классное платье, очень-очень. Сейчас на мне трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, цвет темно-синий, размер 48, состав 74 полиэстер, 22 вискоза, 4 эластан, артикул 198-239. Достойное платьишко, его можно носить и с пиджачком, и всяко разное, мне оно очень понравилось, если честно. Замочек тут идет вот такой, потайной. Приталивает где нужно, закрывает грудь. Я очень люблю, когда грудь закрыта. И длина не такая вот, да, обычная длина, когда бывает на треть ноги, то мне она не нравится. Вот эта длина мне нравится больше, мне комфортнее в таком платьишке. Супер. Сейчас на мне ночная сорочка, модель HW084, размер L, цвет голубой принт, состав 100% вискоза. Все хорошо, все здорово, но вот, как вы сами видите, грудей я не скажу, что оно мне маловато, но тут никаких пуговок, тут вообще ничего нет, и как это носить, если это все время закалывать чем-то, какой-то булавкой, то не дай бог я в ней усну. По идее, талия регулируется, все здорово, но тут надо какую-то кнопочку, реально пришить кнопку, чтобы не было проблем его носить, по дому носить, еще что-то, потому что спать в нем, в принципе, вот очень комфортно. Оно мягкое-мягкое такое, прям очень-очень мягкое, струящееся, легкое. Да, вот как вы видите, таким вот разрезиком идет. Ну, в принципе, хорошенькое, да. Но вот постоянно-постоянно, если в нем куда-то идти по дому, вам придется или держать, или какую-то вот кнопочку придумать для удобства носки. Сейчас на мне ночная сорочка, модель HW087, артикул 800-394, также размерчик L, все отлично, все здорово, состав 100% вискоза, цвет розовый, мне понравилось, довольно-таки симпатичная, постельный такой тон, мне приятно будет и спать, и все, но вот вы знаете, опять вот эта проблема. Единственное, что вот главный такой вот недостаток, я не знаю, вот опять это проблема. Сейчас на мне трикотажный пуловер для женщины, цвет коралловый, размер 48, 100% хлопок, артикул 198-185. Ну, что могу сказать, как-то он вот мне по плечам не очень-то хорошо смотрится. Вот, швы тут идут вот так, да, наискосяк, и сзади точно так же по спинке. Довольно-таки плотный, у него есть начес. Хорошо тянется в нем, я вот сейчас стою дома, да, мне в нем жарко, жарковато. Рукав удлиненный идет, то есть вот, как вы видите, удлиненный и широкий очень рукав.
А тут идут бантики. Вот эта вот ленточка, в принципе, она отвязывается. И вы можете просто ее достать, кому не нравится, да, эта ленточка. Просто ее достать, но тогда вам нужно будет подогнуть рукавчик. Потому что он специально разработан вот для этой ленточки. Вот, и как бы вот тут еще идет такая металлическая вставочка. Реально металлическая. Ну, в целом могу сказать, что очень интересная куфта, но не мой фасон. Я уже решила, что обзор окончен, и вспомнила, что на мне туфли из новой коллекции. Вот. Ну и, конечно, что, о чем хочется сказать. Туфли, колодка удобная, они не тяжелые. Они смотрятся весьма стильно, они подходят ко всей коллекции тематики, да, то есть ко всему. Но я их отправлю на возврат, потому что у меня тут вот выросла холка. И это уже особенности моего тела, моего организма. Вот, и вот этот ремешок очень сильно давит на эту холку, и просто мне очень больно. Я поэтому ношу абсолютно другие босоножки. Ну, скорее всего, это уже связано с возрастом и с тем, что я 10 лет на ногах отработала продавцом. И как бы вот на этой ноге все хорошо, а вот тут я не могу терпеть, мне больно. Именно вот из этой косточки. Модель сама по себе удобная, классная, мне подошла. А размерчик 38. Ну, просто наисимпатичнейшие. Не знаю, есть ли такое слово, но когда я их одела, я была в восторге. Очень жалко их отправлять на возврат. Но вот буквально я 10 минут их поносила, и мне стало больно вот эту косточку. Очень жаль. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, оператор Кононов Антон. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада снимать для вас обзоры новых коллекций. Всем пока-пока!